Молодчики, парни, с победой! Да почему для этого нужно прилагать вот, почему вот так? Почему не с первой смены? Я не знаю, я не могу к вам, к каждому залезть в голову. Хочется, конечно, понять, как это происходит. Ну, по игре сильнее. Не бывает так, что с 0-2 вот так вот, мы два периода их топтали, переиграли. Ну, почему мы так начинаем? Это что за настрой? Это что у вас в голове происходит? Что с вами происходит? Вы до игры выигрываете? Ну, не бывает так, мы вам говорим. Ну, не бывает. Я это вам говорю, чтобы вы анализировали, чтобы вы не наступали, чтобы вы готовили. Вы хотите же играть в профессиональный хоккей, ну будьте профессионалами. Профессионально подходите к каждой игре, к каждому дню. Тогда вы будете расти, как игроки, как личности, и команда, в которой будет. Вот это важный момент. Давайте вот этот вывод сделаем для себя. А то, что вы вытащили, то, что... Характер, то, что коллектив, и самое главное, то, что вы смогли, умели, хороший момент, там, третий гол обыграл, пролезли, второй добил, добили на добивание, красивый гол забили в большинстве молодчики. Спасибо за работу, молодчики. Мужички, ну красавцы, вовремя собрались, не расслабились, дожали соперника, совершили камбэк, сегодня все красавцы, Лёва, молодчик, Герман, но сегодня лучший Кирюх Коновал. Пацаны, все красавцы, все молодчики. Давайте настраиваемся на завтра и выигрываем. Давай!